Главгосстройнадзор начал проверки соблюдения требований на стройплощадках в осенне-зимний период. В частности, инспекторам предстоит оценить, как соблюдаются правила пожарной безопасности и как организованы пункты мойки колес грузовых автомобилей. Подобные рейды на этой неделе проходят во всех муниципалитетах региона, сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.